Всем привет, меня зовут Надя, и сегодня я буду готовить разноцветные праздничные спагетти. Для его приготовления мне понадобится спагетти, пищевой краситель для выпечки тортов и пирожных, сыр и масло. А также я буду использовать 4 полиэтиленовых пакета. Рецепт очень простой, занимает мало времени, так как всего лишь надо отварить спагетти, промыть его тщательно, чтобы оно не слипалось. Затем, так как будем использовать 4 краски, подготовим 4 пакета. Распределяем спагетти по пакетам. Желательно это сделать равномерно. Берем краситель. Я буду использовать гелевый, вы можете использовать какой хотите. И добавляем по несколько капель в пакеты. Завязываем пакет. И как следует перемешиваем, чтобы распределить краску равномерно. Если у вас краска густая, то можно добавить 1 столовую ложку воды. Оставляем наши спагетти в пакетах на 3-4 минуты. 5 минут прошло, теперь нужно спагетти промыть проточной водой. Оставляем спагетти в дуршлаге, чтобы стекала вода, и в это время разогреваем сковородку с маслом. Опускаем спагетти. Подогреваем пару минут, чтобы спагетти как следует разогрелось. Готовые спагетти выкладываем в тарелку. Можно использовать любой соус, чтобы сделать эти спагетти еще вкуснее. И последний штрих, посыпаем сверху немного сыром. Такое веселое и необычное спагетти у меня получилось. Пробуйте, готовьте и радуйте своих близких и детей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем приятного аппетита. Пока.